типа всем привет, что, да? Пока ничего не скажешь. Здорово. Всем. Здесь всем, Никита Стас. А это выживание, какой-то там, в игре какой-то там. Играфт. Выживание. Да. Бесплатное. Какая-то да, ключная, непонятная. Поэтому записываем, потому что бесплатное. Нашли решение проблемы, блин. Да. Так, ну вот здесь меню крафта есть. Нормальное такое. Можно сделать стул. Нормальное такое, можно сделать стул. Да, больше ничего не... посередине плота и сидеть на нем. Есть бокал и стул. Идеальное сочетание. А если к вам кто-нибудь присоединится, здесь есть гвозди, вы можете убить их в стул и... пусть этот человек сядет на него. Какая прелесть, какой-то заботливый. А еще меня не трогает акула. Потому что я не хост. Потому что ты читер. Ничего здесь еще нет. Наверное. Ты читер. Ну вообще-то это моя акула, она еще, когда мир был живой, она жила у меня в аквариуме маленькая. Какая прелесть. Я кормил ее, кажется. Вика. Или Виктор, я сбою постоянно. Кто? Что? Акула. Вика. Или Виктор. Наверное, все-таки Вика. Она ко мне плывет. По выходным Виктор. По выходным Виктор. Да. Вот, уже сделал едальню. Ага. Так, пока она уплывает. Так, надо, короче, построить. Строй. Успей. Блин. Иди нафиг. Заставляешь тут вообще за человека, за которым акула гоняется, плавать за бочками. Тоже мне цаца. Меня она уже два раза укусила, твоя Вика. Не мог бы ты как-нибудь усмирить свою женщину? Это не женщина, это акула. А что это? Сейчас, погоди, надо строить. Строй. Огромный ковчег, но их. Ну только что-то я не вижу здесь животных попарно. Ну вот, только мы, походу, животные попарно, блин. Я не собираюсь продолжать род человеческий. Я тоже, потому что из зефирка. Мне как-то не очень больно. Ну слушай, ты вообще на коноплю похож. Не очень удобно как-то, знаешь. Я понимаю, ну, с этим-то еще как-то можно. Будет в с коноплей это еще можно, а вот с зефиром как-то не. Чем тебе не нравится зефир? Зефир хороший. Ты мне сразу напоминаешь человечка из этого. Как там его? Из кого? Охотника за привидениями, здоровый. Зефирный человек. Там был в фильме. Не, ну больше ты бревно напоминаешь. Розовое. Спасибо. Дети пока. Вот с бревном точно как-то не очень будет. Ты мне больше мелок напоминаешь, знаешь, которым на асфальте дети рисуют. Так что у нас все в порядке. Зачем тебе стакан? Зачем ты взял его в руки? Сытый со стаканом такой. Так. Так, молоток хотел делать. Да, опять железа не хватает. Вот это прикольно, когда акулу не трогай. Спокойно выпал. Делал, что надо. А, что, если, короче, она меня не трогает, я, наверное, убить так могу. Возможно. Сейчас надо сделать копье. Делай. Угу, конечно, сделаю копье. Почему здесь такие проблемы с железом? Ну оно вообще плавать не должно. Неважно. И тебе повезло, эти интересные моменты физические. Да, да. Так, я же только что взял, почему у меня его опять нет? Все, я кашляю, я заболел. Мне нужна вода. Сейчас, погоди. У тебя бокал есть? Вот стоит! Сейчас, подожди, дай приготовиться. Да почему мне опять мне что-то вот это не надо. Хватает? Очень надо. Блин, мне тоже это было надо. Очень. Там не важно. Пофиг, пляшем.
Да блин, я ж взяла, почему он мне не прибавился в инвентаре? Отдай, отдай. Вот у меня есть один кусок металла и второй. Я съем бедис. Не надо это, я уже ел. Что-то как-то не очень. У меня организм переваривает такие продукты, потому что я зефирка, а ты конопля. Ясно тебе. Так, все, я сейчас пойду мочу всякую. Иди, мочи. Ну, конечно, она не убивает со мной. Она ест ту часть полтора голоса. Нет, я сейчас умру от голода. Да, знаете, короче, на, возьми, убей ее. Да где, как скинуть, вот. А как скинуть? Бери бочку. Вот все, возьми, на. Я тебе говорю, как скинуть. Ты возьми и скинь. А на какую кнопку скидывать? Ну вот и задержи. На левую, правую, на левую. И вытяни. Из инвентаря. Не получилось. Ок. О, бочка, бочка, бочка. Так, я еще построить хотел дом. Так она не съела ничего. У тебя стоит эта штука, которая для воды? А у тебя нету? Нет. Зашибись. Опять. Ладно. Блин, я сейчас умру. Плохо. Это очень плохо. Но я хотя бы могу пить. Да, она у меня даже работает. А у тебя вообще нету. Ну что поделать-то, ё-моё. Картошка надо съесть. А, все. Я сдох. Молодец. Он быстро умер. Быстро воскрес. Ну-ка на пляже. Я тут пока это. Плот наш этот. Доделываю. Мне нужно дерево. У меня есть 4. На. А я конопля и кайфую. Мне нормально. Молодец. А еще нужна жрачка. У меня жрачка закончилась. У меня почему-то не двигается ничего. В каком смысле? Ни акула, ни ты, ни предметы все в воде. Я двигаюсь. Ну, блин. Что? Я же редиску съел. Я опять. У тебя очень слабый желудок. Да, редиски там что-то. Редиску не переваривает вообще. Нет. Зашибись. Ты вот стоишь с обученной головой, как будто что-то обиделась. Да, ну не знаю, не знаю, ничего не стою. Просто такая обиженная посреди плота стоит. Такое тоже бывает. О, могу тебе в макушку кинуть крючок. Прекрасно. Ты бы лучше железо нашел. Я-то нахожу, но толк все равно. Что я делаю? Я не знаю. Смотри на меня. Я не знаю, что ты делаешь. Ты меня видишь? Ну, ты стоишь с опущенной головой. Вот, двигаешься. Ну, зачем быть? Ну, я же умер, я в раю. Ты осталась на земле. Я себе рай. Да-да-да. Не, ну так-то это нормальный рай, потому что здесь стоит человек, который, с которым можно делать все что угодно, он не сопротивляется. Мне вода нужна. Ну, мне он готовится. Ну, у меня-то не готовится. Понимаешь, в чем проблема-то? Надо было посередине. А, ну у нас тогда не было середины. У нас слегка не было середины. Да, я его бесконечно пью, зажигаю. Интересно, а можно воду прямо вот из океана? Да. Нет. Или да. Нет, нельзя. Нет. Может, поставим на паузу, перезайдем. Тут так вообще не прикольно. А мне норм. Мне как бы тоже. У меня есть вода бесконечная.
человек, который могу съесть, когда проголодаюсь. Сохрани мир. Понимаешь, если мы сейчас его сохраним, то мы потом в него не зайдем. Мы это уже проходили. Ну не надо сохранить, значит. В смысле, ты так собралась играть? А мне норм. Ну ща, погодь. Офига, у тебя, короче, вон, тот вот... крюк завис. Да я вижу, он вообще... Блин, он тут тянет руку в небо, типа, помогите, он стоит у меня. Да вообще у меня что-то немножко в воздухе подвис. Это норм. У меня вон 4 пальца. Что-то с ним странное творится, надо, короче, по-любому перезаходить. Полезно. Я залипаю на огонечек. Ну, собственно говоря, все. Я снова ожил. Ну что, перезайдем? Да. О, нифига себе. О, это ж мое старое сохранение. Откуда оно взялось? Нифига себе. За миллион лет назад мы играли, когда только игра вышла, прям вот первый день. Ну да. Только вот инвентарь пустой полностью. Ну срать, господи, инвентарь, по-моему, не самая большая проблема в нашей жизни. Ну да. Самая большая проблема, будет ли сейчас у нас все это браться. Зато строить ничего не надо. Тебе берется? У меня да. Берется, да. Все шикарно. И акула, да, тоже есть. Кстати, а зачем вот эта вот штука нужна? Вот, которая вот... Какая? Вот эта вот. Да. Горшок. А? Это горшок. Для чего? Для чего горшки? Это ссать? Да. Ой, какая прелесть. Да нет, сажать, по-моему, картошку. Какая прелесть. А вон та большая, вроде бы, чтобы пальму сажать. Ну, я туда уже посадила пальму. Так что ждем пока пальму. Слушай, мне нравится. Так удачно зашли вообще просто. Да-да. Всегда вот так удачно заходить. Самые старые сохранения остались. Угу. Так, надо скрафтить себе, короче. Молоток. А, да. Угу. Так, вот это. Есть топор? Нет, у меня молоток только есть. Так, блин, вот все. Акула сюда плывет, Сделай себе копье, потому что я ее убить не могу. Почему не можешь? Так ты хост. А, ну круто. Акула твоя. Моя акула. Она... А вроде да. Твоя была. Ну, была моя. Чуть позднее. Да ей вообще сейчас насрать на меня, короче. Она меня не видит, не замечает. Полный игнор. Ну да, типа, ага. Все честно. Я ее не могу бить, она меня не видит. Круто. Зачем ты тогда вообще здесь? Выживший, блин. Я вообще не понимаю, зачем здесь мультиплеер. Действительно. Тут как бы одному. Можно выживать. Здесь нет врагов, там миллион, которые... Чтобы там... А куда делись мои... У меня здесь была, как бы, сетка, ну, да? Куда делись твои... Что всё. Мои все. Человек, должно быть хотя бы рот, хотя бы нос там. Действительно, да, что? Иди нафиг. На железо возьми. А? Так, все, там моя. Я прыгаю по воде. Молодец. Прыгай. О, сейчас пойму. Пойму посажу. Пойми.
пойми и посади. Пойму. Понять и посадить. Вот. А чё, у тебя здесь моя пальма не растет? Да у тебя пальма здесь? Да. Большая? Ну, такая. Средненькая. Скажем так, не маленькая и не вот большая. У меня здесь только мини-версия моей пальмы. У меня здесь моя пальма. Ок. И акула здесь еще плавает. Когда? Очень. Так, надо стакан сделать. Рюмки. Рюмки. И вот эти штуки. Что-то я еще хотел. Что-то ты куда-то пропадаешь. Короче, нихера. Почему? Вот, все нормально. Ну, блин, потому что у меня вот здесь вот уже целый ряд был выстроен. А, вот эти штуки я ломал. Ну, давай сейчас, короче, сломаем по-быстрому, да. Ряд еще построим и продолжим. Чем мы сломаем? А зачем ты их ломал? Что, дальше строить пору все? Я, значит, старался, делал, а ты ломать. Ты вообще-то здесь сама начала вот так все застраивать, я поэтому сломала, чтобы переставить. Ну, значит, будем застраивать по-другому. Оставь их. Можно, короче. Нет, вот эти дальше передвинуть. А вот здесь уже застроить. Короче, штука внутри домика была. Мне вот прям не хватало сейчас геройской музыки. Плыву, короче, навстречу акуле. Я думала, это бочка, это ты там плаваешь. Разочарование века. Кнопка с бочкой, ты не буду. Так получилось. Ты меня, похоже, немного покурил, да? Вот ты видишь мою пальму? Нет. Бывает. Ты можешь брать предметы? Да я сейчас орал. Вопрос на засыпку. А? Ты можешь брать? Да, могу. Все в порядке. Хоть на этом спасибо. Да. Так, я что-то хотела. Блин. Где моя веревка? Мне нужна веревка. Ты уже записываешь? Да. Ошибись. А что? Что тебя не устраивает? Там акула. Я, короче, опять редиску взял, но я ее есть не буду, ну и нафиг. Оставь ее мне, у меня нормальное пищеварение. Я тебе могу картошки дать, ты дай мне редиску. Но если ты мне скажешь, как ее положить. Вот как ты это делаешь? Возьми ее. Ну, взяла я ее. Вот она. И перетащи на пустое место. Ну, я взяла картошку в руки, что с ней делать? Зачем ты ее в руки взяла? А что с ней надо делать? Ты мышкой зажми ее и перетащи. Куда ты была? За бочкой. Ошибись. Редиска пропала. Ты ее взяла? Нет. Ну все. До свидания, я редиска. Укусил. На, бери картошку. Так я пока не хочу. Ну ладно. Надо это пожарить тебе. Здесь вроде можно. Пожарь, кто тебе не дает. Вот жарить картошку. Я пока попью. Во.
Откуда он взял огонь? Непонятно. Это жаришь сейчас что-то на ней? Тебе не видно, да? Нет. Поэтому я и спрашиваю, интересуюсь как бы, да. Что происходит? А тебе видно, что у нас вода разогревается? Нет. Понятно. Нет. Все с тобой понятно. Блять, нет, я и пальмы твои не вижу, она у тебя какая-то невидимая, блин. Она уже с меня ростом. Невидимая она. Хорошая пальма, что тебя не устраивает-то? Так, мне нужен гвоздь. Зачем тебе гвоздь? Стол делаюсь. Круто. Так мы будем комнату строить? Чем? Комнату будем строить? Какую комнату? Большую. Какую-нибудь. Ну, допустим. Ой, комната, блин, домик. Допустим. Нормально, такой, с кухней. С кухней. Ну, допустим, давай. Со спальней, с едальней. Там, со всем вот этим. С едальней. Ебальней, блин. И это построим. Мне клюк... А, вот он появился. Как я здесь оказался? Мне нужны доски. Я хочу копье сделать. Но я вижу только зелень. Укропчик, блять. Я упал в собственную же ловушку. Я молодец. Ловушку. Все, опять он кашляет, блин. Так, блин, у меня там, короче, вода разогревается, чувак. Или она у тебя... Ты не можешь, Ты можешь? Я её вообще не вижу. Ты можешь её взять, скинуть? Сейчас, погоди. Куда моя картошка пропала? Кто, блин, такого сперла пика, ё-моё. Только ты мне должен стаканы. Пей только стаканы, отдай. Спасибо. Ой, он ломает то, что я сейчас построил. Сволочь! Лик, иди отсюда. Иди отсюда. Тварь. Гнида. Собака. Но он не собака, он так. Акула. Как минимум. Рыбина. Рыбина. Действительно. Лошара, у него даже рук нет. Круто. У нее. У кого? У рыбины. Круто. Я не могу сейчас восстановить, у меня дерева нет. Так, гвоздь могу сделать, все. У меня есть гвоздь. Блин, мне еще два надо. Так, сейчас надо строить. Тебе дать гвоздь? Давай. Обмен. Я тебе тоже сейчас кое-что дам за это. А? Я уж боюсь. Тебе, наверное, пригодится. Что это? Полезная вещь очень. У меня его дохера просто. Травка. Травка. Я, конечно, понимаю, что ты там этот наркодилер, все дела. Но мне сейчас нужно больше дерева, чем травка. Чё за фигня, мне кидать? Пусти, не мучай. Тварь. Так, вот смотри, сейчас увидишь это. Чё? Вот это. Стул. Что нам с ним сделать? Сидеть, смотреть на пальму. С учетом того, что ты ее не видишь. На него нельзя сесть, нафиг я его делал. Я не знаю. Для красоты. Травку за гвоздь отдал еще, блин. Ошибись. Я хочу есть и пить. Ну, с питьем-то проблем нет. А вот с едой, возможно, есть. Прикольно, я могу вещи за штуку подобрать. Только здесь штуки. А, нет. Так куда постоянно девается стакан из инвентаря? А, я кашляю. Ну, погодь пока. Вон в сральню сходи.
Пока в сральню сходи. Я уже грею себе воду. Окей. На этих штуках? Да. Я тоже. Они какие-то многофункциональные, я не знаю. Так, я сел удочку. Сейчас сделаю. Ой, я редиску. О, я 3 редиски нашел и картошку. Попробуй пожарить. Кого, картошку? Редиску. Я ее уже съел. Мне доска что-то передергивается. Ой, темно. Я картошку пожарю. Нужно еще сделать светилку. Я пока копье как бы. А вот все, есть копье теперь. У меня есть копье, я могу зарезать эту тварь. Иди сюда. У тебя есть 3 железа? А? 3 железа есть? Ну, допустим. А что? Давай сделаем факел. Стояк такой, факелный. Зачем? Чтобы светло было. Тебе темно? У тебя день? А? У тебя день? Нет. Ну вот. Давай. Прям вот в пальму засадим. Нашел куда засадить, конечно. О, у меня 2 стакана откуда-то есть. Шикарно. А, так я один сделал, блядь, фигню. Так почему ничего не берется? Вот, нет. Я когда начинаю разогревать воду, у меня все очень даже светло. Так ты же не будешь ее постоянно греть. Тут моя вода греет. Я ее почти всегда грею. Мне норм. Ну он вообще какой-то идиот, он постоянно хочет пить. Это норма. Зачем здесь? Слушай, я так понимаю, мне нужен топор, чтобы мне срубить мою пальму, да? Да. Печалька. А то семечек для пальмы у меня еще много. Дай мне металл. Не дам. Вы самой надо. Я топор хочу сделать. Мне для топора не хватает топора. Дерева. Пора для топора? Не, я просто говорю топора. Не топора, а топора. Топора. Так, ну, чисто. Штук этих наделать. Каких? Которые собираются. Что? Дай траву. У тебя есть? Что? Травка. Так вон плывет, собирай. Так у меня не берется, они у меня дергаются, когда я где-нибудь плываю. Сейчас я сделаю себе топор и займемся твоей фигней. One second. Я пока в стране посижу. А тут можно пригнуться, типа, присесть? Было забавно. Пригнуться хочешь? Я пробовал, нельзя. На корточки сесть, типа это. Чисто нет, по-женски. Нет, не пробовал. Печалька. Чисто по-женски. Чисто по-женски. Ну а как? Как ты это хочешь? Все, я топорик себе скрафтил. Чисто по-сибирски. Упс. Должно было сохранить. Хоть бы вещи сохранились. Блин, ничего не сохранилось. Нет, почему стул сохранился? А вот, стул есть. Не сохранилась моя пальма. Я ее стояла тут, рубила. Рубила, а ее нету. Хули нахуй. Так, я сейчас хочу... Погоди. Хочу построить все. Построить все. Здесь у меня вещи берутся. Блин, невозможно вообще. Миллиард раз надо зайти, вот, чтобы один ролик записать. 15 раз вылететь. Ага. Нифига себе! Что? Она и у меня есть тоже. Ух ты, ура! Что? Фонарь? Вот этот светлый, да. Ты можешь вещи брать? Вещи. Да, вещи могу. Шикарно. А, блин, меня хуло кусает. А где у меня все стаканы? Вопрос на засыпку.
нету. Как у меня всего. Моего. Так у меня же дофига инвентаря всякого. Где стакан это? Да у тебя сохранилось все старое, да? Ну да, у меня есть инвентарь, как бы. Посмотри. А, ты стакан, короче, один потратила на фонарь. Так у меня их три было. Ну может в этих штуках? Нету. В едальнях. Едальня. Поильнях. Нужно дерево. Нужно много дерева. Нужна древесина. Да, вот. Мне вот интересно, зачем все-таки этот стул? Может, когда-нибудь на него можно будет садиться? Когда-нибудь. Но не в этой жизни. Ну и игру же потихоньку обновляют, может там добавят такую фигню, то, что есть, можно будет только за столом. Что-нибудь типа такого. Круто. И ты делаешь стол, чтобы сожрать там одну рыбёху, и то ты дохнешь от голода там уже. Кашляешь полчаса, стоишь. Норма. У тебя есть стакан? Нет. Блин. Дело говно, просто говно. Да возьмись. Я с этого плота никуда не уйду, пока здесь акула плавает. Она здесь всегда будет плавать. Ну блин. Она хоть раньше недалеко плавала. Я сделал себе стакан. Потом ты, короче, ее убьешь, на ее место придет новая. Ну круто, зато пожрем. Ее же можно будет приготовить. Да. Шикарно. Сейчас, погоди, через минуту приду. Через секунду. Через 2 секунды. Мне нужна акула, я хочу ее убить. Так, надо сделать комнату. Делай. Ладно. Кто тебе не дает? Да нам тут прям так приплыло хорошо. Их надо вообще прям везде поставить, эти штуки. Ну так поставь, кто тебе не дает. Кстати, вообще ничего не построил. Там один кусок фундамента воткнул и все. Молодец. Хотя бы кусок фундамента воткнул, на том спасибо. А, у меня опять все вещи встали. Так, какая больше? Давай, 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 давай. Да возьми же ты. Что там, моя вода приготовилась? Моя вода. Здесь гость. Чё? Гость. Я не знаю. Нету. У меня одного не хватает. Зачем? А, нет, все хватает. Акула плывет. Нифига себе. Вот этот стол. Блин, я чё, её не убил или убил? Нет. Её надо, короче, 9 раз долбануть. Да. Смотри, какой я. Стол. Да видела, я видела, какой стол. А зачем он? Не вставай ногами на стол. А хотя ты зефир тебе надо. Дай попить. Дай попить ему. На, только стакан верни.
Ох, спасибо. А куда делся стакан? Он греется. Ты не видишь его, блин! А я его поставил, блин. Я его не вижу. Ты не видишь мое, я не вижу твое. Это новое. Да. А, я новый сделал. Где? Вот. Ок. Спасибо. Так, теперь нужно сделать стулья. Вокруг стола. Ну, сделай. А я хочу спилить, срубить свою пальму. Офигенно у тебя пальма. Мне прям нравится. Ой, она пить хочет. Или оно. Давай побыстрее грейся там, типа, да? Вообще непонятно, оно или она. Ну, голос вроде как женский. Ну да. Я ударяю, мне плюс палка, короче. О, кокос упал. Какая прелесть. А его как, так едят или его разогревают? Попробуй разогреть и так съесть. Ну то, что так съесть, понятно, что это прокатит. Он вроде должен и питье добавлять, и воду. Круто. Да ты прям это... Строишь там это пока. Пока... Mm. О. А у тебя падают мои кокосы? Хороший вопрос. Откуда? Я даже пальмы твои не вижу, блин. Кокосы падали. Вау. О, о, семечки и... дал. Шикарно. Если... Можешь посадить новые кокосы. Ну, круто. Мне сначала вот эту пальму срубить. Я ж не могу пока ничего сажать, пока она здесь стоит. Фонарь у нас тут горит теперь. Офигенно, у тебя здесь стул... пальма стоит. Ну а что тебя не устраивает? А что тебе, смотри, показывается, когда я вот встаю на это место? Что ты видишь? Ну, как ты стоишь в пальме. Как я вошел в пальму? Ага, интим и Гербалайф не предлагать. 18. У тебя есть картошка? У меня есть кокосы. Откни кокос в сральник вот этот. Сральник? Зачем? Потому что он будет там расти. Кокос в сральнике растет. Я лучше вот сюда его посажу. 8. Не, нельзя. Ты что, жрать хочешь? Опять ты, зараза, жрать хочешь? Так, чем бы заняться еще? Ты бы, может быть, стул бы поставила к столу, а то что он стоит-то так странно? Сломай его топором, стул. А зачем его сломать, блин? Он мешается там, проходить нельзя. Ты же вроде бы сказал, что его можно передвинуть. Что с ним нельзя делать, он просто стоит. Это сложно, ой. Нет, ты держи. Не тыкай. Ок. В итоге у меня в инвентаре теперь есть стул. Могу... Вот так аккуратно его здесь поставь. Типа там как в Икее стоит. Как его развернуть? На R. Или не на R. Или на правую кнопку вроде. R. А, на R, значит. О, вот так нормально. Так и на него вообще никто теперь не сядет. Что-то у меня с предметами какая-то фигня творится. Это норма. Они опять не берутся, да ё-моё, да что такое вот? О, взялся. Акула грызёт! Взломай её, убей. Где она? Вон. Ломай её.
Я хочу, чтобы ты сломал ее. Она сломала нашу эту штуку. Нашу эту штуку. Я ее только поставила. Что-то как-то не по фэншую здесь поставили, но вот смотри. Вообще не по фэншую. Это о чем? Гляди, здесь полоски вот так вот идут, а здесь вот так вот. Ну что поделать, так получилось. Там сейчас просто все вот эти вот... Как их зовут-то, блин? Этих людей. Как они, которым все идеально надо? Да-да-да, сейчас просто слезу пустили. Я тоже перфекционист, ну что поделать. Ну я тоже. У меня уже 16 секунд. Пошел в жопу, блядь. Так, надо дудочку замутить. Где она, где она? Все, на рыбалку. Мне нужны доски. Ты мог мне отдать доску, а? Какую? А, это что ли? Нет. Нет, такую, блядь, действительно. Какую доску? Не знаю. Какую-то, наверное. Нифига, тут миллион досок плавает. Я хочу именно ту доску. Она особенная, да, там из... С чего там? Я еще одну взял отсюда. Золотого дерева. Да. Которого поливали нефти. Да. Черное золото, блин. Акула сюда плывет. Так. Иди отсюда, петушок. И пофиг, что ты акула. Так, мне нужно вот это. О, рассвет. Закат, рассвет, да, точно, рассвет. Так рассвет или закат? Ой, я жрать хочу. Блин, что-то жизнь боль. Когда еды ноль. Да, но я съел кокосик, но это мне мало. У меня вон рыба здесь жарится. Круто, но я ж не вижу, что у тебя там рыба. А, да почему все так, блин, забагованные, закукованные. Потому что, блядь, просто. Блин, а почему? А, нет, есть у меня еще одна сетка. Так, я брал воду, где она? Мне надо еще скрафтить одну. А где мое дерево мое? Ну, зашибись, просрал. Что ты там просрал уже? Рыба вообще мало устанавливает. Ну что поделать? А я сейчас сдохну с голоду. Вот. У тебя есть кокосовое это как там ее? Кокосовое это как там ее? Нет, нет. Как там ее? Семечки. Семечки. Есть, а что? Скинь, я посажу. А, мне, кстати, мою пальму уже пора идти. Убить. Так, где семечки? Ну вот, а мои нет еще. Все, расти пальма большая, маленькая. А я пошел рубить. Что-то не рубится. Она еще рубится, блин, непонятно как. Не пойми вообще, в каком месте это происходит. В каком месте пальму рубить пальму. Ты там если... Говори, если что. Если акула приплывет, и я ее это. Почему она не рубится? Так, че кашляю опять? Я не знаю, может. Туберкулезник, блин, тубик какой. Туберкулезник. Так, почему у нас пропали сетки? Никуда они не пропали, вон они. Я их переставила просто. И одну у нас сожрали. Акула жрет все вообще, всеядное существо, блин. Хорошо быть акулой. О, пошла. Да, опять пару не берется. Ну, бочку-то возьми. Вот, спасибо. Господи, картошка. Нападало, короче, с этой. А, лагается в воде почему-то. Меня сейчас тоже залагало, может это просто какой-то особенный баг, неожиданный. Особенный баг. Особенный неожиданный. Встречается только у... Там, у одного...
Да. Только у нас. Блин, предметы вообще лагают. У меня больше не осталось 7. Кинь мне топор на минуту. Подожди, я ем. Кстати, мне это мало помогло. Больше воду восстанавливаю, чем еду. Что тебе надо сломать, скажи? Просто скажи. Стул. А зачем тебе опять стул ломать? Ну вот этот вот, который ты поставил. Зачем его ломать? Сюда вот поставишь. Господи. Чтобы вот так вот все по фэншую было. Так. Блин, не хватает мне панки. Здесь его ставить. Блин, она откусила. А ну вернись! Это. Нужно сделать кое-что. Что именно? Вот здесь, короче, вот так вот. Чтобы если она съела, то стенку не сломала. Ну ставь, у меня дерева нет. Даже двух деревьев. Маленький бровнышек. У меня одно. Опять редиску взял. Дай мне редиску, есть хочу. Давай, на, сюда. Я здесь. Спасибо. Чё, спасибо, давай дерево взамен. Ты думаешь, мне всё так просто? Да, мне думаю, не хватает. Мне написано, что у меня их 10. Чё тебе построить говоришь? Нужно... Блин, опять кашлю. Нужно, смотри. Я уж построил. А, всё, ты сделал. Давай тут, и тут, и вот тут, вот так полоску. Реально, это от перфекциониста тут устроил. Да вообще как. Есть такое дело. Как вообще выбрать что-нибудь помимо... Нет, не поняла. Как по стенке ставил? Эй, как ты стенки ставил? Че? Как ты стенки ставил? А, возьми молоток на правую кнопку. Да картошку есть, стой на месте. Да. Я картошку почему-то есть не могу. А, это семена, блин. Я сдох. Ошибись. И топора у тебя нету, да? Нету теперь. Блин, придется самому делать. Так это ж не самая большая проблема. Блин, у меня теперь молотка нет. Вот это действительно проблема. Да. Мне опять не хватает ничего. Зато хорошо, хоть у меня стакан остался. Он остался на этой грелке, чертовой. Блин, у меня копья сейчас нет. Ну пальмы у меня не было. Она у меня сдохла. Вернее, я его тут срубила ее нафиг. Все. У меня растет. Ну, круто. Зато теперь я могу прятаться за стенкой. Зачем? Просто. По фану. Ну-ка, встань за стенку. Вот типа тебя не видно, блин. Это такое розовое пятно просто торчит из-за этой фигни. Оно не розовое, но фиолетовое. Так, мне нужно еще одно дерево. А, как дергаются вещи на 3 километра туда-сюда. Не знаю, мне ничего не дергается. Здесь бревно одно. Бревно.
зачем тебе бревно? Топор сделать. Бери. Сначала посмотрел, потом взял, потом наклонился. Так, теперь я хочу пальму срубить. Да, с нее там очень много дерева падает, когда ты ее рубишь. Да почему ты, тварь? Вот, стой. Да, а, вот, все, рубим. Так, где моя пальма? Зачем ты убрал эту штуку? Куда она делась? Ты убрал это... горшок наш. Как ты рубила? Мне в чём? Чё она... нафиг я... А. Ставь обратно. И вот я сажал, чтобы, короче, срубить её, непонятно. Ставь обратно, блин. И ставь лучше к столу, наверное. Я не знаю. Зачем к столу? Пальма рядом со столом. Вообще тебя не устраивает. У меня гвоздей нет. Мы будем второй этаж делать? Да. Шикарно. А как его делать? Не знаю. Не знаю. Да не гвоздь. Действительно. Или железо, там что у тебя есть. Давай мне весь инвентарь, короче. А нафиг ты пойти не хочешь? Иди сама. Ну и сделай сама. Ну сама делай. Свою. Свою кактусню. Она у тебя в инвентаре должна быть. Раз ты ее срубил. А, да, есть. Тюпит. Я знаю, как это переводится, не надо тут. Прикинь, я тоже знаю. Только у тебя там, по идее, сейчас пальмы не должно быть. Блять, акула. Мне показалось, это бочка. Это акула. Как ты ее срубляла? Срубила, срубала. Заходишь прям туда, короче, в эту штуку и рубишь. Ну вот там кружочек идет, он до конца мне дошел, она пропала мне. Вплотную к этой пальме и бьешь ее. И там еще определенное место нужно найти, в которое бить надо. Это особенный ритуал, понимаешь? Ты понимаешь? Такой рост. Зефирович пытается. Она ломает. Тварь, сука, ебучая. Я это строила не для того, чтобы ты это ломала. Давай. Что ты делаешь? О! Ты все так стрёмно выглядела. Ой, я редиску нашел. Нормально это выглядит. А, блин, вонючий, опять кашляет. Не кашляет. Чё, он жует, по-моему, здесь наше дерево. Чё? Он жует наше дерево. Вот, смотри. Всё, съел. Что ты там съел? Куда ты провалился вообще? Акула съела. Так я поставила новый, вот, смотри. Чё ты не поставил, у меня здесь дырка. Да у меня здесь дерево как бы. Ха-ха-ха, фига ты тут проваливаешься, короче. Теперь ты знаешь, как это выглядит со стороны. Когда ты там дырка, а ты как бы на ней стоишь, типа норм. Мне ещё дерева опять не хватает. Круто. Я хочу копье сделать, короче. Меня не ебёт, меня всё бесит. Меня бесит эта акула. Мне хватает на копье? Мне нихуя не хватает на копье. А, мне в принципе нужна только веревка. Я ее убью нахуй просто за то, что она ломает то, что я строил непосильным трудом. Так почему я не могу. А, мне еще дерево кусок. Говна кусок. Почему я об этом подумал? Все, у меня есть копье. Еще мне нужен топор. А вот и нихуя. Зато я могу сейчас пойти картошку, короче, пожарить. Я рыбу ловлю, стою. Молодец. Лови. Чё? Чё? Я сдох. Ты сдох? А чё ты сдох? И поплавок мой уплыл вниз вместе с рыбой. Я не знаю, он кашлянул сейчас один раз и сдох. Кашлянул сейчас один раз и сдох.
Педро. Я тащусь на этот вопрос. О, картошечка готова. Ты, кстати, тебя нет. Почему у меня нет? Я здесь. Где? Ну, вот рядом. А вот ты! Где я? Где я еще могу быть? Такой кусок белый торчит звонный. Да все, ничего у меня опять нет. Так, есть топор. Я делаю его, я в процессе, я картошечку делаю. Я съел. Я молодец. Еще сейчас вот это попью, вообще шикарно будет. Я вообще бомж. Молодец. Я тоже таким был. Все впереди, чувак. Я верю в тебя. У меня есть пальмы и 4 кокоса. Ну так это не все потеряно. Это хорошее. И у меня нет лута вообще никакого, он даже не плавает. Это ловушки время от времени, то поглядывай в наши сетки эти. Там постоянно. Нафига ты крышу сделал? Чтобы ты сверху сделал второй этаж? Выглядит как, я не знаю, какой-то загон для свиней. Ну это едальня. Поедальня. У меня вообще ничего нет. Кроме крюка и все. Этот вот сральник здесь стоит, блин. Ну, просто так вот. Так вот, мне нечем. Мне бы убрать вот эту пальму, короче, потому что она мне мешает, я хочу поставить проход на второй этаж. Тихо, у меня там моя пальма растет. Ок. Давай ты мне топор скинешь, сейчас рублю, я дам тебе. У меня нету топора. Да, блин, зато плутся назад, блин, здесь. Думал, сейчас скинешь мне топор. Сейчас. Ё-моё, чё с дошкой? Чё с дошкой? Дошкой? Дошкой. Чё с дошкой? А, она... Вообще дерганая какая-то. Неадекватно. О, было. Ну было же. Давай. Что у тебя там происходит? Да у меня доска убегает. Просто в разные стороны. Да иди сюда. Да у тебя в жопу. Поплыл я сюда. Все, я, короче. Ты, кстати, умерла. А? Ты умерла. Но в новом чате там написано. А, ну и давно, наверное, будет. Давно было. Вот, на втором этаже, все нормально. Я здесь. Ну она тварь просто, тварь. Тварь. Тварь ничего. Ой, блин. О, смотри где я. Найди меня. Да срать мне, я это. О, я вижу что-то. Сейчас погодь. Ты меня не найдешь никогда. Погоди, я занят. У меня тут стратегические перестановки. Я тебе вижу. Акула тоже. Что вообще делаешь? Я? Не важно. Ты стоишь на месте. Да как так-то, блин? Я хочу эту штуку сюда поставить. Так могу. Ну, давай сюда. Не важно. Это так сложно.
Ян! Чё? Что ты? Чё ты? Пофиг пляшу. Ок. Ну слушай, чисто, чисто теоретически сюда можно залезть. Да. Только вот у меня сейчас стоишь на месте перед этой дыркой. А, все, дырки там уже нет. Ну, опять, вот говно, блин. Да не говно, все в порядке. Все в порядке, ты у меня уже минут 5 на месте стоишь. Ну, действительно. Я вот могу с пальмы, короче, с самой верхушки набрать воду. Из моря. Молодец. О, ты двигаешься, ура! Ты шевелишься. Да ну нафиг. Только ты знаешь, как пошевелилась, это просто... С одной стороны вот так повернулась в другую и все. Поэтому опять попробую взять эту доску вонючую. Доску вонючую. Почему она вонючая, по-другому? Да что она в океане сколько уж плавает? Надо как-то поставить его, короче. О, идеально. Я у тебя на месте стою. Я не знаю, где. То есть нет? Нет, ты не прыгаешь на месте. А, нет, ты сюда прыгаешь. Ну прыгай, прыгай. Ну вот ты у меня стоишь на месте, блин. Круто. Почему? Потому. Сюда я хочу поставить, значит. Ой, это я кашляю? Неожиданно. Так, пей, в чем твоя проблема? А, так, пей. Воды, поставь сюда. Шикарно. В чем-то проблема была, женщина. У меня уже предметов никаких нет. Они уже все не плывут. У меня тут до хрена все уплавает. Как в нее играть? У меня кула зависла, он на месте стоит. Как-то играть. Вот, ты опять придвинулся. Стоишь на краю. Ой, блин. На краю обрыва. Смотришь вниз, типа думаешь. Прыгать или не прыгать? Короче, о чем ты думаешь там по-любому? Да, прыгать или нет. А у тебя есть как бы подверх сейчас наверх или подверх, да? Подверх наверх? Подъем нет, наверх, там типа все дела есть у тебя? Лесенка? Да. Нету. Ты поставила? Да, как бы у меня тут подъем наверх, как бы все дела. Зашибись, а я, блин, прыгаю вот с этой вот едальни, короче, на эту. Она странная, блин. Она опять хочет пить. Почему она всегда хочет пить? По-моему, хочешь как в Титанике спрыгнуть вниз и все. Там стоишь на краю корабля. Как поставить сюда эту штуку? Как ты вообще ее ставишь? Кого я тебя не понимаю? Мне все. Жопа игре. Че ты там хочешь, стенку? Нет. А че? Я возьму. О, первая доска моя за миллион лет просто в руке появилась. Я съел редисочку. Зря. Не, у меня нормальное пищеварение. Да ну, блядь. Так, ну, лутай себе веревок так, чтобы просто сделать себе Она ломает! Она, сука, блядь, я пройти туда не могу! Ах ты тварь! С одной стороны ставлю, с другой, сука, ломает. Сука, блядская. Опять она хочет пить. Да сколько можно бухать?
это. Круто. Во. Все. Все, моя перфекционистичная, она просто. Она что там сделала? Я сделала проход наверх нормальный. Но у меня ничего нет. Печалька. Ты вообще морской походкой, морской походкой. Нет, лунной походкой ходишь. Нет. На месте. Еще и есть хочу, блин. Все, сломалась у меня эта игра. Буду сидеть на пальме и ждать, пока что-нибудь произойдет. Почему предметов нет, да ёлки? Я не знаю, что у тебя там происходит. Ты у меня вообще стоишь, смотришь наверх. А где стоим? Рядом с пальмой. Ну, сейчас уже не рядом с пальмой. То есть я хожу у тебя, да? Ну, ты ходишь, да, ты как бы живешь своей обычной жизнью. Как бы тебе? А вот ты вообще какую-то фигню творишь. Ну что я делаю? Танцуешь. Я очень жду, пока я сдохну. Зачем ты это делаешь? Может, что-нибудь произойдет. Что-то изменится? Mm-hmm. Я вообще тут стенки сейчас делаю. На втором. Давай сейчас скину тебе, короче, предметы всякие. Вот, на. Где? Ну, где я стою? Там. Меня ничего не видно. А вот. Вот, раз, два, три. Есть жрачка. У меня ничего нет, у меня вообще никаких предметов нет. Вот, бери все. Они еще пропадут. Так я уже все забрала. Я забрал все, что мог. Все, что увидел, все, что нашел. Жрать я все еще хочу. Так, ничего не изменилось. Давай. Можно листики пожарить? Дохнем быстро. А? Можно листики пожарить? Пробуй. Может, может. Будешь есть пепел. Пепел. С этих листьев. А вот пальма до сих пор стоит? Вообще, она, вот эта вот местность, куда ее сажать, она до сих пор есть. Да. Сейчас погодь, я сохраню. Ну, ее как-то вот так. Сейф. Опять танцуешь. А я сейчас тоже умру. Слушай, давай я тебе сейчас все поскидываю, пока не сдохла. Где ты? Так, ты странная. Тебя, ты я стоишь знаю, на месте. Где ты, блядь? Я тебя не вижу. Я плыву. Иди сюда, иди к этим ловушкам. Вот. Так, я, короче, вот. Ничего нет, он. Тебе говорю, сломалась у меня игра. Забись. Но я все равно тебе это все скину, потому что
Ни предметов никаких не плавает, ничего. Ты какую-то фигню творишь, там что-то падаешь, подскальзываешься. Какая прелесть, а? Но главное то, что я игру сохранила. На том спасибо. Так. Нифига себе, редиску пожарить можно, прикинь. Круто. Так нога. Где ты идешь в сторону? Где она там ломает? Две ноги в сторону откидываешь. Попробуй посадить ее. Блин, зачем мне сажать? Мне надо жрать, хочешь, сейчас сдох. А еще у меня давайте из экрана, короче, не пропадает табличка, типа, игра сохранена. Так что это сейчас интересно. На тебе табличку, ой, табличку, пожаренную редиску. Дать? Давай. На, вот, скинь. Покорми женщину. Да мне что-то делать нечего. У меня все сломалось. Не очень-то сильно. Ты ее взяла? Да. Так, я тоже ее забрал. Я назад забрал. Как ты это сделал? Ну вот так вот. Глюки эти тупые, блин. А все, у меня дерево не хватает, чтобы здесь сделать. Так. Бочонок, 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 бочонок. Сейчас, короче, я сдохну и можем перезайти. Если я сдохну. Я пока не дохну. Чем? Давай так перезайдем. Блин, дай мне достроить хотя бы. Кому нечего делать, блин, это бегает. Просто так вот с пожаренной редиской, которую я тебе отдал уже и которую ты уже съела. Это норма. У меня тут, короче, уже полноценный второй этаж получился. Офигеть, у меня, блин, ничего нет. Давайте скинули. Давайте еще раз редиску скину эту. Давай. Это бесконечная фигня будет, смотри. Ты ее взяла? Нет, погоди. Давай быстрее, быстрее. Ну. Взяла? Да. Я ее назад забрал, давай еще раз. Подожди, я поем. Так, 5. Нет. 5. Где же? Ну давай. Вот. Взяла? Мне нравится. Скони... Продолжаем. Бесконечно. Ой, там бочка, бочка, бочка плывет. Все, давай, умирай. Ой, мне картошечку дали. Я не буду умирать. Меня пока все устраивает. Давай перезайдем. Я заколебался просто так бегать. Ну блин, у нас же тогда лута не будет. Или будет, если... У меня его уже минут 15 нету, блин, я просто так хожу. Нет, надо все-таки дать какое-то нормальное название, например, жопа. Ой. А, ты уже все вышло? Нет, я сохраняю пока. Напиши по-английски жопа. Жопа, я по-русски написала жопа. Надо дать какое-то нормальное название. Жопа, например. Слушай, я нормальное. Почти восстановил свое здоровье, так что мне норм. Да я уже вышел.